Будни инспекторов по маломерным судам – это проверка пляжей. И несмотря на напряженную повестку дня, у них есть время на соревнования. Недавно команда региона впервые представляла Иваново на Всероссийском чемпионате по водно-моторному спорту среди сотрудников МЧС. Итоговым результатом стоит гордиться – первое место. Спасателям удалось обойти с большим отрывом ближайших конкурентов из Амурской и Ульяновской областей. По теоретическим знаниям мы более подкованы, чем остальные подразделения ГИМС. Вот. И основной навык был, конечно, упор на практическое применение и вождение различного рода водной техникой. Это как катера, так и моторные суда, так и гидроциклы. Соревнования длились 4 дня. Проходили они в акватории Волги в Ярославской области уже в 11-й раз. Инспекторы демонстрировали навыки спасения пострадавшего на воде, его транспортировку на весельной лодке и катере. Также показывали, как ловко умеют обращаться с гидроциклом. В качестве эстафетной палочки, что весьма символично, служил спасательный круг. Это лето было очень жарко, и, соответственно, работы было очень много. То есть все отдыхающие потенциально же могут причинить себе вред при купании. И, конечно же, многие отдыхающие злоупотребляют алкогольной продукцией. С завершением сезона купаний работа инспекторов ГИМС не заканчивается. До глубокой осени они будут оберегать морозостойких купальщиков от утопления, а потом начнут гонять рыбаков, которых не смущает тонкий лед. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.